Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить салат с шампиньонами, ананасами, курицей, сыром и яйцами. Здесь у меня 300 грамм шампиньонов, одна средняя луковица, 300 грамм грудки, полбанки большой ананасов. Ну, видите, 3 яйца. Здесь смесь сметаны и майонеза для заправки салата. А здесь где-то 100 граммов сметаны для тушения грибов. Соль и перец по вкусу. Сейчас за кадром я нарежу грибы для обжарки и лук. Вот такими кусочками я нарезала грибы. Лук я нарезала мелкими кубиками. Я поставила сковородку на огонь. Налила совсем чуть-чуть растительного масла, думаю, здесь 1 столовая ложка. И сейчас, когда масло нагреется, я отправлю туда сначала лук, а потом грибы. Масло уже нагрелось, и я отправляю весь лук на сковороду. Отварную курицу я нарезала средними кусочками. Лук я обжарила и отправляю в сковороду грибы. И добавляю сметану. Сначала слегка обжарю грибы, а потом накрою крышкой и буду, сделаю меньше огонь и буду тушить грибы. Грибы я посолю и поперчу. И, как всегда, это мы делаем все по своему вкусу. Грибы готовятся 5-10 минут после закипания. Они уже готовы. Вот я специальной ложкой китайской сейчас вытащу наши грибы. Я измельчила ананасы. И теперь мы ожидаем только остывания шампиньонов. Как только они остынут, я начну собирать салат. Я посолю и поперчу грудку перед тем, как укладывать ее в салат. И перемешаю. Я беру тарелку и начинаю выкладывать слоеный салат. Первым слоем идут тушеные грибы. Вторым слоем я отправляю нарезанную куриную грудку. Тоже выравниваю. И уже здесь я сейчас буду делать небольшой слой майонеза. Грибы, они тушились в сметане, они довольно сочные, поэтому их не нужно было поливать майонезом. Вот сейчас я возьму немного майонеза и распределю его кисточкой. Просто майонез, а майонез со сметаной. Следующим слоем идут отварные яйца, порезанные кубиком. На слой яиц я тоже выкладываю смесь майонеза и сметаны. И тоже буду распределять кисточкой. Поверх отварных яиц я буду выкладывать ананасы нарезанные. Это последний твердый слой. Сейчас я его тоже смажу майонезом со сметаной и буду уплотнять, чтобы снять кольцо и украсить салат. Я уплотнила салат и сняла кольцо. И вот сейчас я выровняю слой и украшу салат натертым сыром. Вот так. Еще я сейчас постараюсь украсить салат сверху. Наш салат готов. Вот так я его украсила снеговиком. Все-таки впереди Новый год. Этот салат, безусловно, украсит собой новогодний стол. Большое спасибо вам всем за внимание. Всего вам самого доброго. До скорых встреч. До свидания.